Я вам хочу кое-что показать. В общем, у меня тут такая тетрадочка. Я уже несколько лет веду такую, ну, можно назвать это статистикой. В общем, сериал «Сверхъестественное», «Supernatural», да? Вот. Я уже несколько лет веду записи. Я раньше смотрел еще один сериал, назывался «Легенда об Искателе», но потом его, суки, закрыли, блин, тоже был один из моих самых-самых любимых сериалов. Я тоже вел такие записи, вот. Ну вот, и «Сверхъестественное», вот у нас сейчас идет 7-й сезон, значит, что у меня тут вообще? Значит, вот у меня такая таблица. Это я все записываю от руки, это я не на компьютере делаю, да, как любой дурак может кнопки нажать, вот. А я в старый добрый способ ручкой, без линейки, от руки все сам пишу, вот, потому что мне больше так нравится, чем на компьютере, ну, не знаю, ну, записи такие, в общем, короче, делаю, значит, вот, таблица, вот, значит, Supernatural, да, сверхъестественное продолжение просмотра, то есть, продолжение, то есть, у меня там в тетрадке есть записи, а вот это продолжение с другой страницы, вот, значит, у меня таблица, первая колонка идет номер серии, то есть, вот, тут написано 7.08, то есть 7-й сезон, 8-я серия. Название. То есть вот оригинальное название серии. Какое здесь? Вот тут, например, в 8-й серии 7-го сезона была Season 7 Time for Wedding. Типа сезон 7, время жениться. Типа вот эта серия была прикольная. Вот. Дата, когда я посмотрел, вот тут было у нас, например, не могу разобрать, что тут 13 ноября 2011 года. То есть дата, когда я посмотрел, время я беру по компьютеру. То есть вот, например, время, с каких я смотрел, например, на компьютере время 22.07. Я запускаю серию, начинаю смотреть, отмечаю 22.07. Когда она заканчивается, ну, блин, я не знаю, мне так хочется. Некоторые тоже могут подумать, что это, блин, тоже, блин, занимается какой-то хуйней. Но мне нравится вести, я вообще люблю всякую статистику, всякие цифры. Когда что произошло, там сколько чего по цифрам. Вот, и мне все это очень нравится. И я тоже такую статистику веду. Поэтому, вот. Это у нас, как знаете, у нас, я когда на повара-кондитера учился несколько лет назад, у нас была практика, и у нас были такие тетрадки, мы специально писали в тетрадке. Значит, вот, например, время, например, час дня, подготовка, например, там, рабочего места. Так, например, 1:30, начинаем замешивать тесто. Так, например, 2 часа, начинаем, например, мясо приготавливать и так далее. То есть мы все писали вот так вот, и, видимо, у меня вот это пошло оттуда. Наверное, так. Я, блин, больше никак не могу объяснений еще никакой дать, кроме вот своей любви к статистике, вот той истории. Вот. Значит, вот, и когда серия начинаю смотреть, я пишу, вот, например, время с какого? 22.07. Значит, я включаю серию, она начинается, отметил, 22.07. Серия закончилась, все. Закрыл плеер, на котором я смотрю. Ну, видеоплеер на компьютере, да, на котором я смотрю. Все, смотрю, сколько время теперь. 22.50. Все. И самое главное, это что я выпил и что я съел. Потому что я люблю всегда что-то пить и есть, и смотреть сериал. Ну, наверняка многие так любят, да, какой-то, например, взять себе, например, ну, тоже, например, чипсы, например, с пивом. И какой-нибудь фильм посмотреть. Вот. Так же и я. Я записываю, что я выпил и что я съел в каждую серию. Вот. Тут вот у меня, например, написано, как в 7.01. И в скобочках страница 84. То есть я тут выпил и съел все то же самое, что я в серии 7.01. То есть в первой серии. Дальше тут на следующую серию вот идет стрелочка, что... То есть это то же самое, чтобы мне 100 раз не переписывать. То есть в этой серии я во время просмотра выпил и съел то же самое, что я в первой серии. И также в следующей серии то же самое. А здесь уже другое, и тут уже примечание, что что-то меняется. Ну, сразу я скажу то, что я вообще супернатурал, да, там сверхъестественное. Там часто показывают, как ребята пьют пиво, да, ну они, вот, пьют пиво там. И я, когда начал эту статистику вести, это был какой сезон? 4-й вроде, сейчас дай бог найти мне тут первые записи эти. И я тоже пил пиво, на каждую серию я себе покупал по бутылке пива. Да, вот вроде 4-й сезон. Да, вот, 4-й сезон я нашел, вот, видите? Сезон 4, серия 1. Воскрешение Лазаря.
Это 22 сентября я смотрел 2008 года. Вот. И я, значит, сначала я, когда начал вести эту статистику, я на каждую серию покупал пиво. Вот даже тут написано, сейчас прочитаю. Вот, потому что ребята пьют пиво, и для меня этот сериал был такой пивной. Я думаю, что они винчестеры? Я думаю, что винчестеры пьют пиво, я буду тоже пить пиво. Вот. Но потом я понял, что это, блин, глупо нафиг мне пить. Плохой пример они мне дали. Вот у меня, видимо, своей башки нет на плечах. Вот. Потом у меня, видимо, башка появилась, выросла, и я подумал, нафиг это пиво, блин, все время пить. Я тут уже начал менять. Стал уже... Ой, тут у меня все зачеркнуто, перечеркнуто, видите, у меня тут... Ой, ужас. Ну вот, например, вот у нас 4-й сезон, значит, первая серия, Lazarus Rising, типа, воскрешение Лазаря, значит, дата просмотра, 22 сентября 2008 года, время, час 48 ночи, час 48 начало, и 2:30 ночи закончил. Чё съел? Половину большой пачки, не, половину большой банки чипсов Pringles, BBQ стейк. Вот этот мне очень нравится, вот эти чипсы, но они, сука, дорогие. Вот. Pringles BBQ стейк. Вот. И чё выпил? Ну, вы не видите, но я вам читаю. Почти всю бутылку пива Крушовицы 0,5 литров. Во, это у меня было реально. Оно... Крушовица вообще пиво очень дорогое. Ну, то есть, если, например, та же Балтика стоит, например, 45 рублей, то Крушовица, например, 110. Вот. Вот это было очень дорогое, но это я попробовать решил. Вот, 0,5 литров, да, с черной этикеткой, то есть там они еще разные есть. Вот, например, да. Дальше. А, это я даже тут отметил, что я смотрел на специальном плеере, который называется Light Alloy. Вот, но это, но он плохо делал скриншоты с HD-видео, то есть вот 720p. Я тогда 720p не особо смотрел, но я начинал только увлекаться этим HD-качеством. И вот этот Player Light Alloy, он плохо делал скриншоты с HD-видео. И тогда я нашел KM-плеер вот этот, и я на нем все смотрю уже. И нормально делает, и даже с блюреевских он делает нормальные скриншоты. А вот этот Light Alloy, он какой-то тормознутый. Вот поэтому я нафиг его выкинул. Вот, значит, например, вот сезон 4, серия 2. Аюде, гад, типа, ты здесь, бог, это я, Дин Винчестер. 28 сентября, дата просмотра, 28 сентября, то есть вот почти через неделю, да? Время 23:50, начало, то есть 11:50 вечера и до 0:32. Но так как 0:32 это у нас уже было 29 сентября, то я тут в скобочках отметил, что это 29 число. Так, чё съел? Немного, прикольно, немного сухариков с чесноком ржано-пшеничных. Если я правильно разбираю. Какие-то, короче, ржано-пшеничные сухарики без названия с чесноком. Немного сухариков. И главное прикол, это я вот сейчас сам читаю, мне смешно. Значит, съел немного сухариков, совсем немного там, я не знаю сколько, и выпил почти всю бутылку пива Туборг Грин 0,5 литров. То есть на всю эту бутылку я совсем чуть-чуть сухариков съел. Это вообще так смешно. Ой, я не знаю, блин. Дальше тут тоже вот всякие чипсы, пиво, но это вот первый, вот 4-й сезон, когда я вот первый раз начал писать. Пиво, сухарики, это пошло. Дальше продолжение на 53-й странице у нас. Так, дальше, где у нас тут? Кстати, я также вручную записывал всю статистику прохождения всех Silent Hill'ов. 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, я потом вам тоже зачитаю. 53-я страница, вот она. Это у нас уже конец 4-го сезона, но тоже я пиво еще тут пил. Тут тоже пиво, пиво, везде пиво. А, вот, вот это вообще классика, я обожаю. Так, это у нас, значит, был 5-й сезон. Так, так, так. 5-я серия 5-го сезона Fallen Idols. Вот, это, значит, было 11 октября 2009 года. Начал смотреть в 23:44. И закончил 12:00:24. Ну, то есть... Это уже же день другой наступил. Вот. Съел. Вот это мое самое любимое. Я просто обожал. Но, вот смотрите. Значит, примерно 90% пачки. Так написал вообще 90%. То есть почти всю. Значит, почти всю, короче, пачку Лейс. Значит, чипсы Лейс, тайский перец чили. 80 грамм пачка. Эти чипсы я просто обожал.
просто, я их обожал, они в таких черных пачках были. Но они только, их было ограниченное количество, буквально полгода вроде они были, и потом их убрали. Но там в черной пачке было и из тут вообще все зачеркнуто, ужас какой. Вот, в этом... Значит, в черной пачке были и с перцем, и там еще с чем-то. Вот мне больше всего нравился перец. Но потом, блин, суки убрали, и все, их больше не выпускают. Такая вкуснятина была. Вкуснятина такая была. Ой, господи. И вот еще одна вкуснятина. Вот я тут выпил тоже почти всю банку. Comedy Club Казантип. Вот Comedy Club — это отдельная тема. Я вам сейчас даже покажу. Я даже оставил. Мне очень нравились эти напитки Comedy Club. Очень тоже такая вкуснятина, просто неимоверная. Вот у меня даже, видите, банка осталась, но это Comedy Club Max, он самый такой ядреный. Тот Казантип, он попроще, там не так много алкоголя. Вот, тут сейчас даже посмотрим. Дата изготовления 2007 год. Вот. 2007 год, годен до 2008. Секундочку, значит, годен до... А, это, ну это другая банка просто. Вот. Тогда я пил Казантип в этом, во время просмотра той серии. Вот. В общем, эти Comedy Club, так же как чипсы Лейс, те с перчиком, такая вкуснятина, я так обожал, такой вкус. Вот я, ну, вкуснее ничего, наверное, в жизни не пробовал. Из этих, я имею в виду, вот из таких напитков, да. Вот. Даже хуч апельсину, и вот этот, наверное, не настолько вкусный. Хотя нет, знаете, я бы его приравнял к Comedy Club. Он мне также сильно нравится. Вот. Но вот эти вот чипсы Лейс с перцем и Comedy Club, причем любой Comedy Club, Казантип, там еще какой-то был, вот этот вот Макс, то, что я вам сейчас банку показывал. Такая была вкуснятина, я так обожал, но, сука, блин, тоже в ограниченном количестве их выпускали, и потом перестали выпускать. И вот сейчас уже 2012 год, так их и не выпускают. Но насчет Лейс, там реально был ограниченный тираж. Вот. Но насчет Comedy Club, я вот да, почему я так уверенно говорю, потому что я звонил. Там же даются телефоны производителей. Я звонил производителям, спрашивал. Вот, на Лейс такая ситуация была. А на Comedy Club, значит, мне так сказали, то, что спонсора нету. Больше нет спонсора, который хочет выпускать эти напитки. И мне так сказали, если вы хотите, вы можете купить и выпускать напитки. Я говорю, ну это, наверное, много денег нужно. Он говорит, ну да, конечно. Как думаете, как вам проще? Просто будет все, вот. То есть вот так сказали, то есть спонсор какой-то там у них. Не знаю, блин, ну, ёб твою мать, Comedy Club такая популярная штука, ее миллионы смотрят, и эти напитки и спонсор не потеряли. Черти что, уже ужас как, у меня даже в голове не укладывается. И неужели людям не нравилось? Ну реально такая вкуснятина, мне очень нравилось, просто офигенно. Так же, как и вот эти вот чипсы. Ну, в общем, тут дальше статистика всякая такая идет. Сухарики, наш продукт, фрикадельки съел. Вот это уже пошло с того, когда я уже перестал пить пиво и стал уже что-то другое покупать. Вот, например, у нас тут идет 17-я серия 5-го сезона. Я съел фрикадельки с солью, с маслом, один кусок бастурмы. И выпил чашку чая Липтон Шри-Ланка. Пирамидки. Вот. Вот с этого момента я уже стал... пиво уже перестал пить. Вот, видите? То есть я съел фрикадельки. Представляете? Смотришь суперов, да? Супернатурал. Сверхъестественное. Супернатурал. Вот. Смотришь, там, как они с демонами сражаются. И ешь фрикадельки с бастурмой и пьешь чай. Вкуснятина. Ой, ужас. Ну, в самом приятном смысле. Ужас. Самым лучшим. 82-я страница, продолжение. Сейчас посмотрим, что я там начирикал. Я, кстати, вручную, да, видите, все страницы отмечал. Это 64-я, там 65-я, это 66-я. Тут у нас 82-я должна быть. Это 84-я, это 7-й сезон, 6-й. 5-й продолжается. Ну вот. Вот тоже, что выпил. Вот это, смотрите, вот эта тема. Значит, 19-я серия 5-го сезона. Типа этих, Молот Богов. Hammer of the Gods. 28 апреля 2010-го, то есть я уже поумнел тогда. Пиво уже перестал так часто пить. Время с часа ночи, час 17, до час 57. Что съел? Тарелку рыбного супа и два куска белого хлеба с маслом и кусок бастурмы.
И ничего не выпил, ну, потому что суп там вода тоже. Вот, представляете, какая вкуснятина? Рыбный супчик, хлеб с маслом и бастурма. Но, объедение, блин, пипец. А дальше вот, кстати, тема. Съел, 20-я серия, съел печенье «Майская ночь» и батончик шоколадный какой-то был. Вот, и вот пошло. Чашку кофе 3 в 1, вот, который я говорил, помните? Вот оно, пошло, кофеечек мой любимый, пошел. Дальше тут тоже печенье и чашка чая, оп, пошло. Так, тут у нас, так, опять тут пивко появилось, я вижу. Как же без него-то? Конфета Марс с батончиком. Так, ну тут у нас тоже идет всякая тема. Ну тут опять пиво, я вижу, пошло, блин. Кусок черного бородинского хлеба, кусок белого хлеба с икрой. О, вкуснятина. Опять кофе 3 в 1, шоколадка, верность качеству. Опять банка пива, нет, это банка Хуч Лимон. Это у нас 2011 год. Но это ближе уже к нашему времени. Я хочу почитать самое старое. 2010, вот это 5-й сезон, там был 4-й, это уже 6-й пошел. Ну, в общем, вот они мои записи. Тут много еще всего, я все вам сейчас не прочитаю, просто если кому интересно, могу все прочитать дальше. Просто вряд ли кому-то будет это интересно. Я так думаю, там нет такая тетрадка с божьей коровкой. Тут содержание, я сам писал содержание, на какой странице что я пишу. Местоположение, исследовательская лаборатория. Это какой-то фильм. Какой-то рассказ, то есть по какому-то фильму. Что за дела? Да сейчас уже все готово. Восстановим клеточную структуру. Да, профессор. Ну что это у меня? Это я даже не помню, что такое. Ну, ну без мата вообще все. Нужны данные, уровень глицерола, какая-то лебральная активность. Сейчас все будет. Позырим, что у нас там. Декристаллизация ткани 32%. Я... Чего? Ни хрена, я... Не лад меня. Непонятно, что это такое. Короче, какой-то рассказ у меня тут. Я писатель, знаете, приготовился быть писателем. Вот, еще что-то у нас, смотрите, как тут пошло. Когда так свои записи посмотришь, охренеешь. Все перечеркнуто, зачеркнуто. Тоже какая-то статистика. А, это статистика прохождения Resident Evil 4. Но это уже не то. Stargate. Вот это уже статистика «Звездные врата», когда я смотрел. Вот это фильмы по «Звездным вратам» тоже. Кому интересно, я тоже зачитаю. Ковчег правды, Ark of Truth, да? Truth. Этот Stargate Atlantis, мой любимый. Звездные врата Атлантида. Это у нас был 2008 год тоже. Stargate Continuum, тоже фильм, тоже 2008 год. Stargate Atlantis, опять же, у нас идет 2008 год, 5-й сезон. А вот уже супер сверхъестественное опять пошло. Ну, в общем, вот, я через всю тетрадочку так пробежал быстренько. Тоже какие-то записи. Ну вот видите, как я тут не просто занимаюсь, так сказать, хернёй. Тут такой у меня... Ну я не знаю, блин, ну каждый записывает, что ему хочется, и все. Просто я статистику вот эту вот, блин, интересно тоже посмотреть, так вспомнить. Пачка сухариков, банка пива, а дальше идет печенье и кофе 3 в 1. Ну, в общем, вот так. Чашка чая опять. Ну, в общем, вот. Так что вот, ребят, кому интересно, я зачитаю тут все вам. Да, и что я сейчас начал-то тему? И сейчас очередная серия сверхъестественного у нас идет. У меня уже скачалась, смотрите. Это не то, сейчас удалите из списка. Что ты мне показываешь-то? Покажи нам супернатуралов. Вот, смотрите, у меня сейчас тут вот. Видите? Седьмой сезон, 13-я серия, 720p, Лосфильм ТВ. О, сейчас буду смотреть, я как раз тетрадочку достал, чтобы отмечать. У нас вот, видите... Седьмой сезон, 13-я серия. А у меня тут уже заготовочка есть. Видите, написано. Седьмой сезон, 13-я серия, а тут пусто. Это уже заготовочка, чтобы уже заполнять. Вот.
протокол. Это все, это мой протокол. Я потом буду отчитываться перед руководством, перед высшими силами, так сказать. Вот. Так что это по протоколу все четко должно быть, все четко, без помарок. Хотя я там начеркал много, но потом замазочкой замажу. Помните, такая замазочка раньше была? У меня тут предложит мне обновиться этот лист мой огненный. Я обновиться хочу. Ну ладно, пока пойду сейчас кофейку наливать перед новой серией, обновлю его, раз он захотел-то. Чё ж, обновить надо, конечно, чё.